Эвакуатор Том. Эй, Сэм, чем занимаешься? Ты расчищаешь дорогу, чтобы Мэтт смог проехать через горы? Кажется, это непростая работа. Что случилось? Похоже, у тебя проблемы с расчисткой снега. Это плохо. Мэтту нужно проехать. Может, попробуешь еще раз? Думаю, нам стоит позвать эвакуатора Тома на помощь. Том! Эй, Том! Снегоочистительной машине Сэму нужна твоя помощь! Скорее, Том! Мэтту полицейскому очень нужно проехать через горы! Уже совсем близко! Вот они! Смотрите, ребята, Том приехал на помощь! Сэму нужно расчистить дорогу, чтобы Мэтт мог проехать через горы. Но его снегоочиститель не работает. Что же нам делать? Отличная идея, Том! Давайте отвезем Сэма в гараж и починим. Здесь не торопись, ты можешь поскользнуться на льду. Осторожно, осторожно! Прекрасно справился. Не волнуйся, Мэтт, мы скоро вернемся. Ну вот мы и на месте. Как думаешь, в чем проблема, Том? Смотри, у Сэма во всасывающем механизме застрял камень. Неудивительно, что он не смог убрать весь снег. Не волнуйся, Сэм, Том знает, что делает. Замечательная идея. Давай попробуем, сработает ли это. Теперь вытягиваем камень, Том. Молодец! Отлично справился! Что дальше? Кажется, Сэму нужна новая фара. У тебя есть подходящая? Какую нам стоит попробовать? Хороший выбор, Том. Нужно ли что-нибудь еще? Ты прав. Нам нужен ключ. Думаю, вот этот подойдет. И пробуем ставить фару. Что сейчас нужно сделать, Том? Прекрасная идея. Давай раскрутим болты, чтобы можно было вытащить сломанную фару. Готово! Попробуем поставить новую. Идеально подходит. Отличная работа, Том. Нужно ли чем-нибудь еще помочь Сэму? Кажется, он немного проржавел. Что мы будем делать с этой ржавчиной? Посмотрим, что ты придумал. Конечно! Давай очистим всю ржавчину, чтобы Сэм снова выглядел как новенький. Три сильнее, Том!
О, нет, щекотно! Как ты себя чувствуешь, Сэм? Отлично! Теперь тебе стоит вернуться в горы и помочь Мэтту проехать через снег. Пока, Том! До встречи, Мэтт! Еще увидимся! До скорого, Сэм! Привет, Кристофер! Как твои дела? Твой барабан крутится. Означает ли это, что ты мешаешь бетон? Ага! Вижу, бетон поступает из разгрузочного лотка. На стройплощадке без бетона не построишь здание. Кристофер, ты остановился? Уже перерыв? Нет? Оу, а что же произошло? Твой барабан больше не крутится? А тебе ведь нужно сегодня закончить работу. Ой-ой-ой, не расстраивайся, Кристофер. Все в порядке. Я позову эвакуатора Тома. Жди здесь. Эй, Том, кормишь голубей? Ах ты проказник. Том, извини за беспокойство посреди важного дела, но ты прямо сейчас нужен на стройке. Кристофер, бетономешалка попал в беду. Пожалуйста, давай ему поможем. Отлично, спасибо, Том. И вам спасибо, птички. Давай поспешим, Том. Нельзя терять ни минуты. Здесь направо, Том. Отлично. Здесь вперед. Том, эта дорога ведет прямо на стройку. Вот мы и на месте. Видишь Кристофера, Том? А вот и Кристофер. Давай к нему, Том. Кристофер, смотри, приехал Том. Будь уверен, он быстро тебя починит. И мы направляемся в гараж, Кристофер. Ты готов, Том? Тяни, Том. Да, у тебя получается. Гараж недалеко. Поехали. Ой-ой, что же нам делать? Слушайте, у меня есть идея. Кристофер, почему бы тебе не включить двигатель? Так Тому будет легче тебя буксировать в гараж. Прекрасно! Ну вот мы и в гараже. Кристофер, сейчас Том тебя осмотрит. Давай найдем тебе новый барабан. Прекрасно! Снимаем старый. Ставим новый. Вот так! Выглядит отлично! Давайте проверим, как он работает. Попробуешь покрутить барабан, Кристофер? Прекрасная работа, Том! Что-то еще не так, Кристофер? Ох, Том, похоже, с барабаном все нормально, но у нас теперь проблема с разгрузочным лотком. Ты думаешь, там что-то застряло? И что же нам делать? Да, давайте поменяем его. Итак, пришло время заменить разгрузочный лоток. Великолепно, Том!
Давай теперь еще раз все проверим, Кристофер. Крути барабан. Похоже, все работает как и должно. С этим мы разобрались. Оу, смотрите, дыра в емкости для воды. Нужно ее залатать. Как мы это сделаем, Том? Что это, Том? Термофен? Отличная мысль, Том! Тебе нужно что-нибудь еще? Так, что у нас тут? Да, похоже, здесь мы нашли заплатку для бака с водой. Класс! Мне так нравится твоя маска! Одевай ее почаще! Итак, мы разогрели края пробоины и теперь можем поставить заплатку. Горячий воздух из термофена приклеит кусочки материала друг к другу, и дыры больше нет! Поработал на славу, Том! Отлично справился! Пора возвращаться на стройку, Кристофер! До встречи! Скоро увидимся снова, Том! Пока!